Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, приветствую вас. С вами ваш комментатор Black Falcon. И сегодня я смотрю для вас поединок, который состоится 9 марта. Именно бой между Яной Куницкой и Марион Лено. Шансы, на мой взгляд, тут где-то 60 на 40 в пользу Куницкой. Я думаю, именно она победит лишением судей. Так, три раунда у нас. Кор времени Ляйны. Что ж, погнали! Я вообще буду... Ну, думаю, скорее всего, 29-28 или 30-27. Больше склоняюсь к 29-28. Что ж, начинаем. И первый в октагоне появляется Марион, бельгийский крушитель, Лено. 14 боев, 9 побед, 4 положения и 1 ничья. Creating offensive angles, all the while staying out of her opponent's reach. A master on the feet, and it's all set up by her quickness and speed. This girl has monstrous knockout power. It's one of her biggest assets, and she is extremely confident in it. She will step forward towards her opponent, knowing that one of her shots is all it takes to close the show. Opponent, Яна, лечичка. Куницкая. 16 поединков, 11 побед, 4 положения и еще один бой был признан несостоявшимся. Куницкая выглядит уверенной. Absolutely thunderous power behind both her punches and her kicks. Нам показали бой шоу. Threat to knock anyone out in this division. All right, without further delay, let's get you tonight's tale of the tape. So more than 10 years apart, these two fighters, with the same height and a similar reach. Его нельзя делал, он как-то сандалтон. Для этого я не встречаю. Вот появится Брюс Бахел, который представил нам Балышов. Книжку я делал сам. К сожалению, полностью похожим сделать нельзя. Вообще, очень тяжело сделать Балышов. Но что получилось, то получилось. Так что болеем за Куницкую. Посмотрим, что получится в моделировании. И затем, через несколько дней, посмотрим и Ляйны поединок. И Ляйна на сегодня. Ив Шававиш. Так что первый раунд. Поехали. Поплевался друг друга больше. Восемьян. По ноге была Куницка. Тож, осторожно начинает поединок. Пытается попасть в Лено. Американка. Выкидывает туда Куницка. Попадает снова Лено. Well, she ate that hook shot like a champion, Joe, but she's got to be careful moving into her opponent's range, largely unguarded. She has been susceptible. Саш, пока что Куницка поигрывает этот бой. Попробуй на коленом, не походит. Попускает Куницка. Неплохо. По ноге сейчас попустила Ляна. Oh,
alcance y proteccionar. Lo no. Подивимся, осторожно, кунюшка. Поковс, похоже, туда Ульяна. Клинчует Лено. Кунюшка пытается вырваться. И сразу потенциальная Ульяна. По ноге пробивается Ульяна. Усмен. Берут паузу девушки. Падает Лено, тише подскочнулась. Улыбнулась сейчас Яна. Покоп вспоминает кунишка. Покоп вспоминает Лено. Joshi did not connect there. So there it is. Her leg kick, it lands again. She's already found a home for it several times in this round. And now you can visibly see some of the damage on that lead leg of her opponent. Good shot. Under 2 minutes now to go in round one. Well, watch, watch. First pair round довольно равны, но, наверное, с небольшим преимуществом Лено. Ну и кунишка была в пару неплохих эпизодов. Покол вспоминает Ульяна. Неплохо. Остановились девушки. В смен. Повышкается Ульяна. Тяжелый удар по ноге. Мне удар ногой по голове. Заговорился я. Well, she continues to leave that head open, and she paid for it there. She's almost moving into the strike. She hasn't changed up her tempo, and she continues to keep her head on that center line. We'll see if she can make the proper adjustments here. Вот это, Лена. Follows it up with a nice combination. Nice shot. Именно во втором половине раунда кунишка более так шовано, более точнее, а пилкот подрешенная Лено. Надо дорабатывать Ляна. Пускается ж кунюшка. То есть первый раунд пошел в раунд его любви, и все-таки я дам этот раунд. Ляне 10-9 в пользу кунишкой. Подбитый лишь у нашей девушки. And there's a kick to the body. И пока что бой преимущественно походит в столике, был только один клинч. Что ж, и сейчас у нас будет второй раунд. Поехали! Опять поздоровались девушки и поехали. Снова пошла за ног вперед. Попускает кунишка. Именно, видимо, за ног уже будет начало раунда. А кунишка снова попытается подстраиваться под своего оппонента.
Well, she has landed some very significant strikes, but as yet, she has still been unable to string together anything in terms of a solid combination. And it is going to take strikes in bunches to get an opponent of this caliber out of there. Let's see where she goes from here. Книжка выжидает момент, когда можно нанести удар. По ноге побивает Ильяна. Пропускает снова книжка. И не пила ваша сюда он ногой. No one's going to accuse her of being a headhunter here tonight. She has worked that body to great effect. Yep, beautiful, right? По ноге бьет Ильяна. Попадает книжка, и Рунов потрясена. У книжки явно главный геймплан на этот бой. Well, she whiffs on the straight right hand. Oh, continuing to work the body to great effect. Попадает книжка. Толково пошел, убивает Ильяна. Ильяна потрясена. Попадает книжка. Under 3 minutes to go round two. Renault's lower jaw now, Joe, started to show some signs of swelling. Well, she has certainly picked up the pace here in round two and starting to find herself in the pocket a little bit. She was a little bit hesitant in round one. No hesitancy whatsoever here in round two. She has clearly found her rhythm and range. How about that, Joe? Тот менее так активен. So we have passed the midway point in the fight. Inside leg kick landed there by Renault. Good punch. Whenever you see a fighter, you put your left on the leg, и Яна, похоже, выбила левую ногу. Lands a jab. Вываливается конюшка. Уже кончилась Яна. И здесь пока силы мало. Клинча. А тут Лено смотрится предпочтительнее. Избивает на Яну сейчас. Шедя Кунюшка пошла в этот клинч. Шипилище большие. Кунюшка пытается вылупиться, но... Понимаешь, что клинч это не стоит ей, и ей это удалось. Так, хотел сказать, что клинч это не ее стихия, по крайней мере в этом поединке. Он тоже удал по ноге не пошел, и тоже подбила на себе левую ногу. Неплохо. Погнулась клинчка, а Луно попала. Попов вывела конюшка. Неплохо. Eternally aggressive with her striking, and she also has a pretty good gas tank, so she doesn't appear to be worried about that. Попадает снова конюшка. She blocked the punch. Really threw a lot of power into that uppercut, but missed. Пускает Ильяна. 20 seconds to go round two. Nice punch there by Ильяна. Помахивает шипунюшкой, но потом в догонку попадает. Slightly deflected. Что-то все, наверное, последние секунды этого раунда, как хотел сказать. Но тут уже предпочтительнее было Лено. 19-19. Еще лишь этот последний раунд. Вот хорошие моменты, наблюдаем. Let's try.
Нам еще табличку. Что ж, и заключительный третий раунд. Поехали. Снова пожелал девушке. По ноге потому что ветеряны не вышло. И ног не шмагуют. Неудачно снова попытка побить по ноге. Американка хоть шмагует. Помахнулась аж луно, Лиана повела по корпусу. Но бой пока что немножко походит в стойке, пропуская снова Лиана, решил ее усилить, и первый нокдаун в этом поединке. Похоже, наносишь ее не отпустит. Присоргует Луна, она понимает, что она может закончить бой дошвочено. И снова подошла Лиана. Но пока что держится. Попадается шпилюшка. Ну же, как квадрат шпилюшка, шпилюшка надо побежать только нокаутом. Или отправить соперницу в палочку нокдаун. Попадает сейчас Лиана. Восьмен. Попускает Лиана не в первый раз этот удар, и снова она потрясена. А Луно продолжает давить. И Кулишка явно в тяжелом положении. Брать по ноге Кулишка. Смен. Попробуй клинча от Луно. Не выходит. И снова Луно подключена. Ну все, этот бой, скорее всего, жалено. Жаль паузу девушке. Попадает снова жалено. По ноге убьет американка. Что ж, очередную паузу был выше. Попадает по корпусу Руно. Саша, она немного пошла вперед, но все удалось лишь в бок фактически. Ну, книжка идет вперед, но он взял пока что такую тактику в ожидание. Все равно она понимает, что иногда она ведет и сама выбивает ногу себе Лиана. Падает. Попадает книжка. Снова оказывается на полу. Но чисто проскользнулась на этот ваш. А теперь же немного было потрясено Луно. По ноге влет Лиана. Это окончательная минута у нас пошла. Неплохо. Сама бьет и снова падает. Нога у Кунецка уже выбита. Наш обе очень осторожны так. Нокаут явно никто не хочет, но Кунишкой надо рисковать все-таки. Повышло сейчас ожидание,
Что это за опор, прошёлшим мимо? But she misses. Final seconds of the fight. По ноге бывает. Лено? 29-28 Лено. Ждем решения судей. Но лишь так у Юшки было, что ваша бита. Нам покажут лучшие моменты. And perhaps that was enough to get a 10-8 round. At the very least, though, she was the better fighter here tonight. And you got to think the judges saw it the same way we did. И тут, конечно, момент нокдауна. The official decision is in. It resides with Bruce Buff. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges scored this contest 30-26. Declared the winner by unanimous decision, Marion. И любимый класс решения в суде побеждает Марион Белизийский, крушитель Лено. Все равно статистику и завершим это видео. That she set out to do, and largely I thought her skills in every realm of the game looked more polished and cleaner than ever before in her UFC career. Congratulations on a monumental win here tonight. Big fight coming up for her next. Тож, Кунишев попал 124 удара из 271, Лено 155 из 355. Тэкдаунов не было, у Лено была одна попытка. Контроль 4 секунды у Кунишевой и 19 у Лено. По раундам. Первый. По удалам 57-56, по сильным 28-24. Второй, по удалам 29-49, по сильным 16-18, контроль 4 секунды против 19. И финальный, 38-50, по сильным 17-29. И все судьи вышли в счет 30-26 в пользу Лено. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До школы!